До 10% мест на олимпийских трибунах остались свободными в первый день соревнований, сообщили организаторы игр, подчеркнув, что в большинстве случаев это объяснялось опозданиями. Всего на субботние состязания 22-й Олимпиады было продано 92% билетов, но заполненность трибун составила лишь чуть больше 80%. Да, у нас есть проблемы, и ряд проблем объясняется российским менталитетом, заявила Александра Костерина, пресс-секретарь Сочи-2014. Дело в том, что российские зрители не любят приходить заранее, а являются в последнюю минуту или даже опаздывают. Среди других объяснений высокие цены на билеты и то, что национальные олимпийские комитеты стран, участвующих в играх, выкупили свои квоты, но не смогли их полностью реализовать. Расположенность некоторых олимпийских объектов далеко от города также не облегчает задачу, как и усиленные меры по обеспечению безопасности игр в связи с угрозами исламистов Северного Кавказа.